Уважаемые граждане России, дорогие друзья, сегодня хочется сказать особые слова. Как вы можете заметить, я сменил имидж. И это не случайно. Недалек тот день, когда наша с вами страна снова станет могучей империей. Вспоминая прошедший год, особо стоит отметить такие события, как вступление во Всемирную торговую организацию, успешное завершение реформы МВД, а также выборы. Конечно, было много митингующих и несогласных. Но у нас свободная страна, и каждый может открыто выражать свои взгляды. В этом году мы выложились на все 146%. Конечно, еще многое предстоит сделать, но я уверен, путь выбранной России правильный, и он приведет нас на темную сторону. С Новым годом!